Досточтимый шейх, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: нет молитвы у того, кто молится в одиночку позади ряда. Значит ли это, что молитва недействительна? Да, это явный смысл из хадиса. Нет молитвы у того, кто молится в одиночку позади ряда. Он, саллаллаху алейхи вассалям, увидел человека, молящегося в одиночку позади ряда, а затем приказал ему заново совершить молитву. И это мнение большинства ученых. Шейх Ислам выбрал мнение, что если он не нашел места в ряду и не пришел никто, кто мог бы встать с ним в один ряд, то тогда он молится в одиночку позади ряда, так как выстраиваться в ряд в молитве является обязательным, и оно обязательно спадает, когда это невозможно, и этот человек не в силах выполнить это. Но большинство ученых говорят, что он не молится позади ряда из-за хадиса. Нет молитвы того, кто молится в одиночку позади ряда.